Всем привет! Делаем такой вот кошелек из бумаги. Делается он несложно. Для этого нам понадобится лист бумаги А4. Приступим. Сгибаем лист пополам. Раскрываем. Переворачиваем. Сгибаем один край до линии сгиба. Разворачиваем лист. Опять этот же край до линии сгиба. Раскрываем одну сторону. Нам нужно вот эту линию заложить на эту линию. Сворачиваем обратно. Разворачиваем нашу заготовку. Берем одну сторону и подгибаем примерно на сантиметр. Разворачиваем, делаем то же самое. У нас есть вот такие вот ушки. Нам нужно вот это вот длинное ушко. Раскрываем его и подгибаем уголочек в середину. Подогнули и сложили обратно. Сложим нашу заготовку пополам. Теперь открываем ту часть, там где мы подгибали уголок. И заправляем в серединку. С одной стороны, но пока ничего не прожимаем. И с другой стороны. Теперь нужно все хорошо прогладить. Берем один край и сгибаем его, не доходя второго края, ну миллиметра три. Кошелечек, в принципе, почти готов. Осталось только его заправить в этот кармашек. Вот такой кошелек получился. Ставим лайки и подписываемся на мой канал.